Всем добрый день. Я нахожусь на работе, у меня сейчас перерыв. Мне что-то холодно стало, хотя у нас не холодно. У нас очень даже жарко, но почему-то мне холодно стало. Мои хорошие, мои любимые, спасибо, что вы есть. Я хотела ответить на некоторые комментаторши и ответить. Смотрите, почему, когда умные вы люди, когда меня оскорбляют, обзывая меня страшной, что им тошнит от меня, что я страшная, всякое разное, я должна им смеяться. Вы этого не видите. А когда я им пару слов говорю, вы это видите и начинаете мне писать. Алина, мы от тебя не ожидали. Как ты могла? Алина, мы разочаровались. Но если вы такие умные, значит, пишите этим коням, чтобы мне такое не писали. А если вам неприятно, я еще в мягкой форме им отвечаю. А представьте, что они мне пишут. Я вчера просто уставала их в блок кинуть. Я вчера сына просила. Говорю, блокируй все вот это, что ты видишь. Вы меня спросите, как у меня дела, как может быть у меня дела. Я хочу им сказать, люди, я вас здесь не жду. Я им говорю, я вас здесь не жду. Ваши комментарии мне до задницы. Не пишите мне, я к вам с сайта не захожу. Я на вас не смотрю, мне не интересно. Мне от вас тошнит. Не заходите ко мне, не пишите мне. Я не хочу видеть, как вы радуетесь, чему вы радуетесь. Чему вы радуетесь? Смеется тот, кто смеется последним. Поняли? Не заходите ко мне, не пишите мне, мне неприятно. Я-то к вам не захожу, вам не пишу, и вы не заходите. Пускай ко мне заходят нормальные люди. Мои пускай пишут, я не хочу вас видеть у себя. Ваши вот эти плохие комментарии, мне они не нужны. Зачем вы заходите? Ладно, радуйтесь. Еще им, почему вы меня оскорбляете? Кто вам дал это право оскорблять меня? Я просто зайду, только увижу что-то, тут же в блог, я даже вам отвечать не буду. Да, люди, это неприятно. Неприятно в чем? Наши герои в 92-м году, они как бы погибли, защищая Родину. Ихние дети тоже сейчас погибли. А вот ихний народ чему радуется, я не знаю. Вы не завоевали это. Вам просто подарили. Просто вот так. А вы знаете почему? А потому что... Вообще, кто такие, что вы решаете, кто нам должен помогать, кто нам не должен помогать? А вам можно, да, эти страны, что вам будут помогать? Потому что... Турки обещали пол Ирана, да? Из-за этого тут же войска возятся в Арцах, миротворцы. А где вы были раньше, миротворцы? Где вы были раньше? Мне просто обидно и стыдно.
перед теми людьми, которые за последнее держали зубами, которые ушли, но зная, что мы наверху. Ихние дети тоже, ихние внуки ушли, но последнее слово было: не сдавайтесь. Мне только за это обидно. И больше ни за что. Я просто одно не понимаю. Перед тем, как подписать договор, почему он не советовался с миром, своими людьми? Почему он не спросил мнение людей? Почему он подписал 3 часа ночи это? Кто его заставлял? Что делал? Никто никого не заставлял, я не верю. Просто это все ихние грязные дела. Я тебе даю столько-то Ирана. Ты мне помогаешь дарить шуши, в общем, Азербайджану. Потом выводишь войска миротворцев. Вот и так. Я так думаю, это мое мнение. Мне просто стыдно перед теми, которые ушли. Я поклоняю свою голову перед теми, которые сейчас стоят. Да, у меня душа болит. Давай идем назад. 2 месяца назад они сами начали это все. Столько детей ушло за 2 месяца. Столько детей потеряли. Но они надеялись, что это закончится, как всегда. Но, конечно же, есть такие люди, которым невозможно понять. Мне просто стыдно перед этими людьми. Мне лично стыдно. Хотя я живу в Европе, но моя кровь там. Я не знаю, чему они радуются. Да, я хочу мир. Мира хочу. Но только не так. Я всегда хотела мир. Я никогда никого не оскорбляла. Матюка, да. Но я не хочу так, как закончилось. Отдать просто так им шуши. Ну дайте уже и Степанакер. Зачем вообще вам этот Степанакер? Дайте. Вы же отдали все. Я просто не понимаю. Это невозможно, люди. Это невозможно. Чтобы Степанакер... Это все специально. Вы можете себе представить, как может Арцах жить с ними? Вы представляете, это невозможно. Им дали то, что не принадлежит вообще. Вы представляете, вот они, вот мы. Вы не думаете, что это правда, что они не будут трогать? Они знаете, что будут делать? Они вот это все займут. Все они. И Арцаху не жить. Им оттуда легко уничтожить все. Я не понимаю и никогда не могу понять и не пойму, что за 2 месяца разрушили все. Столько детей ушло.
и взять, дать то, что за что люди зубами цепляются. Люди эти, не пишите мне, не пишите, я не хочу вас видеть у себя. Дайте мне с моими подписчиками общаться, с моим народом общаться. Я вас здесь не жду, я не хочу, мне неприятно. Как нам жить? Вот скажи. Вот, наши все в Ереване. Там одна девушка нормально написала, я ей нормально отвечу. Она нормально написала, она говорит, вот, наш дом уничтожили, моя мама до сих пор плачет. А что нам сказать? Зайди посмотри, что вытворили вы в Арцахе и Шуши. А куда нам сейчас нашим детям вернуться? Где им сейчас учиться? Вы посмотрите, ладно, дома это к черту. А что вы сделали с больницей? Я, по-моему, вам ответила без обид, без ничего. Потому что ты мне нормально написала, и я тебе нормально отвечаю. Я просто в голове не укладывается. Но где-то кусочек в моем сердце что-то говорит, что мы должны ради тех, которые ушли, держа зубы, ради их нечести, ради их нам это так не хочется оставлять. Ради них, пожалуйста, Хаерчан, ради них. Амме михай ворганацеля, ирярехинганацеля, агачум хантруме, иранц пачаров, хотя бы митавек иранц. Хотя винч хантрем, артенуш. Ես խոնարհում եմ ձեր առաջ, որ հիմի կառնացեք այդ ցուրտ. Ձեր համար աղոթում եմ գիշերները. Բայց սրտի մի խորքից ինձ Կարծես մեկը ասում էր, Ալին, էդի տենց չի լինել, ես չեմ պատկերացնում, դրանց տալ է, ինչ որ իրանց չի հասնում. А как нам ответить перед теми, которые два месяца, они жить хотели, как перед теми нам жить? Որ իրանց կյանքով ու մենք տենց վերցնենք տանք, ես չեմ հասկանում, դու խիչ ես քո ժողովրդի հետ խոսացել, միջև էդի ստորագրել, խի, միշտ դուրս էիր գայի լայվ, խոսում էիր, էդ օրը խի դուրս չեկար, խիչ ասիր ժողովուրդ, Сесть банка. Это все было планировано, потому что они 3 дня праздновали, кричали, что они Шуши взяли. Я думала, нет, потому что я знала, что там это неправда. Я думала просто, как он перед своим народом будет оправдываться. Оказывается, это все они давным-давно по-политически уже все сделали.
Мне просто стыдно перед нашими ребятами, которые ушли. Իմ սրտի խորքում մտածում եմ, որ պիտի մի բան լինի։ Вы меня извините, но я не представляю эту жизнь. Вы Шуши, а мы в Степанакерте. Я никак не могу представить эту жизнь. Я даже не хочу думать. Вот это ведь и чинили. Я сейчас вам ибо не хаватуем, и что мы вам пытаемся. Да, я хочу мир, но только не так. Только не так, нет. А куда сейчас нам же детям вернуться? За 2 месяца разрушили все, а просто так отдали? Где вы были раньше, миротворцы? Где вы были раньше? А что вас сюда завезли, когда уже все подписали? Зачем вы нам нужны? Тогда зачем вы нам нужны? Ես մտածում եմ, որ հայի դուխը ավելի մեծ է, ու մեր հայերը տեղից չեն անելու, մեր հայերը ինչ-որ բան պիտի փոխեն, ես չեմ պատկերացնում մեր հայերի կյանքը իրանց հետ, нет. Мои хорошие, извините, если я кого-то обидела, но я думаю, что нам вместе не жить, это невозможно.